также был уверенный старт у нашего Алексея Корнеева, который год назад данный чемпионат закончил на 5-м месте. И первый номер у него, потому что среди всех, кто остался в этом чемпионате, он был лучшим по итогам прошлого сезона. В чемпионате Формула 3.5 V8. Смотрим, вот, что здесь было. Ну, конечно же, Томас Тюилла здесь был абсолютно неправ. Он подтолкнул нашего Алексея Корнеева. Давайте посмотрим с другого ракурса. По кубок шли спортсмена. Там же был и Рупи Марканин. Один из двух братьев, но вот здесь особо было непонятно. Однако на другом плане мы видели, что, похоже, Томас Тюилла был более виноватым в этом моменте. И вот следующий момент здесь совсем внутри пошел Глеб Зотов, потерял свою машину, а там был параллельно другой момент, когда Роман Лебедев буквально развернул Артема.